Здорово, Ютуб. Это Ник 86. Сегодня видос. Если ваш автомобиль не тянет жару. И хочу снять. Нашел автомобиль такой хороший, где владелец тоже так сделал, как и у меня. Он перед меня сделал. Я еще тогда и не знал. Вот. 16-клапанный двигатель, 1.6. 7-110 двигатель. Это четырка. Мощный автомобиль. Кстати, вот тоже вот растяжечка. Ну вот, смотрите. Убрал. Зимой, летом ездит, радуется. И сейчас сравним у меня. Тоже у меня вот. Убрал. Ездю и радуюсь. Надо вниз перецепить, а то трет. Вот тут вот трет. Да, натирает. Нужно перецепить. Ну, вот смотрите. Такая же фигня. Он говорит, тянет намного лучше. Отзывчивей. Все бодрей. Так что ставьте. Это реально работает при хорошей жаре. Кстати, вот мне этот автомобиль очень нравится. Практически весь зашумованный. Классный. Быстрый. Быстрее приоры. Приоры дергают. Это спецзаказ автомобиль. Там даже ВИН-номер двойной. В общем, это не ТАЗ, а счастье для пацанов. Потом, если разрешит обзор полностью, сделать его. Двигатель, смотрите, нигде не потеет. Пробег всего 36 тысяч. Двигатель в идеале. Все чистенько. Но, говорит, приор обижается, когда я, говорит, их обгоняю. Конечно, обижаются. Что там? О, там еще катализатор есть родной. Это ничего не тронуто. Я думал, снял он. Ну, смотрите, прям все новенькое. Как говорится, муха не е, а если е, только в тапочках. Там в чем прикол? Там я уже на том видеоролике говорил, дроссель, когда нагревается выше положенного, датчик холостого хода встает раком. Начинает автомобиль тупить. Датчик положения дроссельной заслонки встает раком. Тоже начинает все тупить. А воздух слишком расширенный, там кислорода мало. Больше жмете в топку, больше расход топлива. Ну, чтобы больше жмете топ, потому что нужно больше воздуха, чтобы она поехала. И получается, полностью бензин не сгорает. А когда дроссель, можно сказать, холодный, топливо все сгорает. Потому что идет насыщенный воздух. Плотный, хороший, насыщенный воздух. И, кстати, теперь вот так же люди ездят зимой. Убирать не стоит. Если только по трассе, когда едете, лучше поставить обратно. Вот. Стоковый, ну как-то, то есть не стоковый, уже от завода тюнингованный автомобиль. Там одна фирма делала, с заводом они дружат. Маленько доплачивать, и у вас такой автомобиль, который наказывает другие автомобили. Ну, в общем, так вот, YouTube. Всем пока, до следующего видеоролика. Нашел я все-таки такого человека, который в моем же городе также сделал. И радуется. И это реально работает.